Ты, наверное, с 13 лет пошла прям настоящую подготовку, настоящие тренировки. В 2004 году я первый раз поехал на чемпионат России. В 2004 уже стал чемпионом России. Приехали, короче, снимать ролик. Промо-ролик, который будет к бою, который будет 1 декабря проходить. Ты пока завязываешь, можешь рассказать мне для видеоблога, с каких лет ты начала заниматься. Заниматься начала... Слушай, а можно потише сделать это? Я вижу, ты этот основательно сейчас готовишься. Нормально. Походу сейчас боксировать будет. Я знаю, кто ты, потому что да? Он хорошо работает. То есть мы сейчас практически на равных. Я даже на лапу, вот толкает. Ты смотришь, шлем одела, капу. Я вот могу хоть серии закатывать. Я думаю, что это... А вы в шлемах будете, нет? Без. Там без шлемов? Конечно. Это не тренировка, что прям у меня будет. Пойдем? Пойдем. Сегодня, в общем, вот, провели тренировочку. Сегодня пациентка мастер спорта. Международного класса, да. Так что смотрите влог. Скоро будет клип. Всем удачи. Скоро будет все чемпион.